читают стихи, поют песни, показывают хореографические номера. Традиционный предновогодний фестиваль детского творчества прошел в Химках. Праздник провели в рамках рождественских чтений. Тема конкурса этого года – православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего. В состав жюри вошли учителя и педагоги дополнительного образования. Я помню, как все это начиналось, и тогда все-таки не было такого опыта, как сейчас, чтобы привлечь как можно больше участников, ребят, которые, во-первых, знают, что такое православие, и стараются выразить своими средствами, художественными средствами отношение к этой теме. С каждым годом рождественское чудо набирает все больше участников. Конкурс не только дает детям возможность раскрыть свой потенциал, но и погружает их в атмосферу настоящего православного праздника. Нина Липанова, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.